вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гривенчук. І зараз поговоримо про таке. Як обрати надійну криптобіржу, безпечно увійти на ринок і розпочати самостійний трейдинг. Сьогодні в наших гостях Євген Василенко, фінансовий консультант, криптоінвестор. Пане Євгене, я вас вітаю. Ну що ж, як же обрати надійну криптобіржу і почати? Адже для новачків лише є так тільки слова криптовалюта, майнінг, трейдинг і так далі. Розказуйте. Добрый день, дорогие зрители. Благодарю вас за приглашение, потому что эта тема очень актуальная, насущная и мало познавательной такой информации, что с этим делать. Вот. Но на самом деле рынок криптоиндустрии, крипторынок – это очень такой большой, колоссальный рынок, который дает очень большие перспективы и возможности. Вопрос только в том, что простые люди, вот да, обычные пользователи, скажем так, они, во-первых, боятся заходить на этот рынок, во-вторых, не знают и не понимают. Соответственно, для того, чтобы принять решение и на этом рынке работать, желательно пройти обучение. Почему? Потому что просто так, скажем так, инвестировать какие-то деньги в криптомонеты, соответственно, без знания, без понимания, без технологии, без обучения есть возможность их потерять. Вот, соответственно, желательно пройти какое-то обучение. В первую очередь, есть курсы, есть уже эксперты в этой области, найти какого-то своего наставника, либо комьюнити какое-то. И только потом заходить на этот рынок, потому что есть технические моменты, есть купить, продать, биржи, карточки, обмен, как это технически сделать. Поэтому лучше, конечно, проконсультироваться. Скажіть, будь ласка, якщо немає коштів на таких консультантів та курси, що почитати на Ютубі, може якісь є канали спеціальні, можливо є статті, все ж таки, якщо немає коштів на курси? Якщо немає коштів на курси, то взагалі тоді немає сенсу заходити на цей ринок, тому що крипторинок – це дуже високоризиковий ринок, і, відповідно, ми працюємо на цьому ринку тільки з тими средствами, які у нас свободні. Тобто, для початку, желательно, по правильній фінансово-інвестиційній грамотності, скажем так, те деньги, которые мы зарабатываем, хотя бы 10-20% от капитала откладывать. И вот на вот эти свободные деньги, которые вас, ну, скажем так, ну, не касаются на ваши потребности, вот только с них начинать. А искать свое комьюнити. На сегодняшний день в интернете очень много есть блогеров, есть YouTube, в YouTube криптоэкспертов. Найти того человека, либо то комьюнити, то сообщество, которое будет ближе вам по духу, по ценностям, по каким-то критериям особо вам, да, и посмотреть, что они делают, чем они занимаются, и самое главное, посмотреть на их результат, и смотреть за ними, наблюдать. Ну, можно написать в личку, можно там обратиться и проконсультировать, вот, если нет средств. Какими бывают криптобиржи? На сегодняшний день этот рынок очень большой, и криптобиржи открываются и будут открываться, и новые, и старые. Вот. Есть топовые биржи, на которых мы работаем, и с которыми я работаю, наши комьюнити. Поэтому, смотрите, наверное, ну, есть очень хорошие топовые биржи, которые имеют очень большую капитализацию, у которых есть очень классный, крутой интерфейс, которые имеют возможность приобретать криптовалюту и продавать криптовалюту с банковских карточек. И вот с этими биржами нужно начинать сотрудничать. Но здесь одно есть «но». Биржи, это сами должны понимать, что это централизованные, скажем так, предприятия, вот, и они, конечно, имеют возможность, скажем так, есть большие риски, что есть биржи взламывают, вот, есть там средства крадут, поэтому биржа существует только для того, чтобы на ней купить и продать. Я не советую хранить свои средства на биржах, потому что все-таки это централизация, то есть в целях безопасности их лучше хранить на своих холодных кошельках. Сколько взагалі існує криптобірж? Сотні чи десятки? Ні, на сьогоднішній момент вже більше сотні. Більше сотні? Так, і вони будуть з'являтися і будуть з'являтися. Чому? Тому що ринок дуже сильно розвивається, і у нас в нашій ком'юніті, наше сообщество створює свою біржу, яка теж буде відкрита в цьому році. Відповідно, чому це робиться? Тому що це ринок такий. Тобто він буде розширятися. Відповідно, вони будуть відкриватися і відкриватися. І в цьому випадку потрібно... Вот, по отзывам, по капитализации, по интерфейсу и по тем услугам, которые предоставляют биржи своим пользователям.
Якщо людина сама обирає криптобіржу самостійно, а як обрати надійну? Ну, там, наприклад, зафуглити криптобіржа топова, чи як от саме її знайти? Чи це в статтях зазвичай спеціалізованих по криптовалютам пишуть? На самом деле Google, скажем так, все покажет. Вот. Мы сейчас не будем рекламировать какие-то названия без этих назв. Бирж. Да, да, да. Вот. Но если зайти в Google и забить топ-10 хотя бы, да, то мы все увидим эти биржи, вот, посмотреть ее интерфейс, посмотреть, как она работает, лицензия, капитализация. Вот, и в принципе там все есть. Сколько для старта потребно грошей, чтобы увійти на рынок? На сегодняшний момент можно любому человеку, имея небольшую сумму, там 100, 200, 500 тысяч гривен, начать уже с этим работать. То есть в том-то все и дело, что рынок позволяет любому человеку приобрести криптовалюту на свой кошелек на любую сумму, на любую. Вот. Вопрос только в стратегии, понимаете? Здесь вопрос в том, что этот рынок дает колоссальные классные возможности, но нужно все-таки понять, зачем это нужно для вас и что мы хотим с этим сделать. Потому что по опыту моему и моих клиентов в нашем сообществе, да, мы уже есть определенные стратегии. И вот благодаря этим стратегиям можно получить хороший результат. Потому что в основном в своей массе люди у нас имеют такое понимание, ну, как вот, да, жадность, да, там, что заработать вот, много денег и выйти оттуда. Но по факту они в основном это теряют. Почему? Потому что нет стратегии. Вот. И исходя из стратегии, там, краткосрочная, среднесрочная, либо долгосрочная, вот, точно так же можно получить результат. Потому что без стратегии, просто так, в хаосе в этом, очень большой риск потерять. Рынок очень сильно волатилен. Что такое волатильность? Это капитализация туда-сюда идет. И все монеты, которые там существуют, а их сегодня существует уже там больше 15 тысяч, и они будут увеличиваться, в этом разобраться простому человеку очень сложно. Скажіть, будь ласка, повертаючись до криптобіржі, чи повинна криптобіржа мати ліцензію? Якщо так, то це можна прямо на криптобіржі там десь в інформації знайти? Смотрите, ну на самом деле любая криптобіржа имеет свою ліцензію. У нас є біржі, які зареєстровані в Гонконгі, в Канаді, в Америці. У нас є в Україні біржі, які зареєстровані в Україні, і українські біржі працюють на українському ринку. Вот. Соответственно, у каждой есть своя определенная лицензия. Но поймите одну простую вещь. Лицензия не дает вам никаких, скажем так, гарантий в этом рынке. И биржа вам никаких гарантий не дает. Это нужно просто осознавать. Вот как-то так. Чи варто звертати увагу на комиссию? Ну, наприклад, виведення грошей, з якою вона має бути, аби от зрозуміти, що це не шахрайська криптобіржа? Мошеннические биржи появляются, но их с каждым становится все меньше и меньше. Конечно же, комиссии очень важны. Вот, потому что если, допустим, человек с небольшой суммой начнет купить-продать, даже ту же криптовалюту купит, и потом, когда комиссия ему покажет там, $10-15 на вывод, а он с $50 начинал, ну, весь его заработок уйдет на комиссию. Соответственно, конечно же, есть биржи, у которых есть высокие комиссии, есть у которых низкие комиссии. И вот при регистрации даже можно посмотреть, какие комиссии она выдает, даже без пополнения счета. Чи може якась навіть така топова криптобіржа щось гарантувати? 100%, наприклад? Нет, вот все в том-то и дело, что криптобиржа, во-первых, вам ничего не гарантирует, во-вторых, у нас есть прецеденты в мире, есть... Скажем так, уже сервисы, которые отслеживают транзакции по украденным криптовалютам. Биржа сотрудничает уже на сегодняшний момент, топовая биржа сотрудничает с правоохранительными органами и с органами, которые работают в сфере отмывания денежных средств, в том числе и криптовалют. Соответственно, по запросу правоохранительных органов подается запрос, и если это подтверждается, то ваш аккаунт может быть заблокирован. Это тоже нужно понимать, что биржа никакой гарантии не дает, и если криптовалюта каким-то образом где-то была украдена, то, соответственно, есть такой шанс, что она может быть, ну, вернее, ваш аккаунт может быть заблокирован. И такие прецеденты уже есть. Поэтому я и не рекомендую, скажем так, хранить средства на криптобиржах, а использовать только с точки зрения купить и продать и вывести на свой холодный кошелек. Криптокошелек, который не связан с криптобиржей. Давай же ти вже переходимо до, що таке криптогаманець. Власне, хотіла запитати якраз. Криптогаманець – це просто от ваш смартфон, скачується криптокошелек, який… Це такий додаток.
Это приложение, да, да, криптокошелек. Скачивается, вы его скачиваете, записываете, самое главное, сид-фразу, которая состоит из 12 либо 24 слов. И этот ваш кошелек принадлежит только вам. Вот. И, соответственно, на этом кошельке вы храните свою криптовалюту. Это более надежный. Почему? Потому что есть определенные криптокошельки, которые уже приватные ключи, которые нам генерируются, не хранят на их серверах. Соответственно, это более безопасная история. Потому что здесь, в этом случае, криптовалюта на бирже не хранится. Добре, а поясніть, будь ласка, от простими словами, криптовалюта – це чи електронні монетки там, з якимись зображеннями? Як хоч вона виглядає, хоча б віртуально? Криптовалюта – це звичайний криптографічний код. Тобто це в інтернеті криптографічний код, який на блокчейні генерується. Сьогодні криптовалют існує вже, я не знаю, там більше, наверное, 17 тисяч. И они с каждым годом все увеличиваются, увеличиваются. Появляются новые, новые будут появляться. Любой сегодня пользователь может использовать блокчейн биткоина, скажем так, через программистов изменить этот код и создать свою криптовалюту. Вот, поэтому, ну, образно говоря, это будущее, будущее наших бумажных денег. И хочу сказать, что Украина, наше государство, мне очень приятно в том, что оно идет тоже впереди планеты всей. И сегодня проект по реализации цифровой гривны уже существует в Национальном банке Украины. И мы все с вами, дорогие друзья, скоро перейдем на цифровую гривну. То есть точно так же, как мы сегодня общаемся, вернее, через смартфон проводим транзакции, точно так же мы будем иметь свою, скажем так, цифровую гривну на своих криптокошельках. И точно так же будем ее использовать. Поэтому это криптографический код, который в интернете. Его пощупать, его пощупать нельзя. Добре, чи будуть питання? Да. Так, будь ласка. Скажите, пожалуйста, на каком месте, скажем так, Украина в обороте криптовалюты? О, это очень приятно, что у нас на сегодняшний момент, я не помню цифру, но мы находимся где-то в топе, да, в топ-10. Пользователи, которые имеют криптокошельки, и не только имеют криптокошельки, а имеют криптовалюты на очень большие суммы. Вот, соответственно, мы, как говорится, идем впереди планеты всей. И государство, в том числе в лице Министерства цифровой трансформации, идет точно так же по этому пути, и, соответственно, это очень хорошо. Поэтому вообще украинцы самые продвинутые, и айтишники, которые в Украине, они тоже самые продвинутые. Соответственно, я надеюсь, что мы все перейдем на цифровую гривну и будем иметь каждый свой криптокошелек. Спасибо. У меня больше питання. Наскільки шахраї наразі активізуються, ті ж самі біржі злам, або чи можна взагалі просто забрати, от зламати твій криптогаманець, як це відбувається? Да, на этом рынке, пока он еще молодой, капитализация там больше 2 триллионов долларов, но она увеличивается. И, соответственно, пока он еще такой молодой, мошенники, аферисты и хакеры, они существуют, естественно, потому что это все находится в интернете. И у нас сегодня есть случаи по взлому бирж, по выводу средств. У нас есть новый рынок, как NFT, как DEX, как DeFi. Это тоже отдельный рынок, это тоже отдельная тема, и там тоже происходят такие вещи. Конечно, они существуют. И чтобы себя обезопасить в этом вопросе, нужно просто в этом разбираться. А соответственно, для того, чтобы в этом разобраться, вот, конечно, желательно, да, человеку, который с этим рынком хочет столкнуться, присоединиться к какому-либо сообществу, комьюнити, которые в этом понимают, разбираются. И они как раз помогут, скажем так, показать и рассказать, какие есть критерии отличия от этих мошенников и аферистов и как на них не попасть. Почему? Потому что рынок на сегодняшний день, он действительно позволяет получить хороший доход и хорошая возможность создать свой капитал в криптоактивах. Но в этом случае желательно с кем-то коммуницировать. Это очень важно. Один в поле не воин. Скажите, пожалуйста, сколько в среднем стоят такие консультации, або ж курсы, або ж самое спілкування с наставником по крипто? Ну, у каждого комьюнити, сообщества или криптоэксперта, ну, блогера свои ценовые политики. В основном это небольшие деньги, я провожу это бесплатно, и мы в рамках своего сообщества проводим это бесплатно, поэтому важно желание.
Ось така ситуація. А яке повинно бути обладнання, от саме комп'ютер, наскільки потужним, аби займатися криптовалютою? Або ж достатньо просто, знову ж таки, телефону? Сьогодні ми знаходимося в таких технологіях, що достатньо смартфона, і на цьому смартфоні ви скачуєте криптокошелок і заходите на біржу, і продаєте, і покупаєте, і при цьому вам не нужен комп'ютер. Тобто ваш бізнес і ваш криптокошелок все в одному телефоні, в смартфоні. И при этом вы находитесь в любой точке земного шара и можете заходить через интернет на любую биржу, и оборудование не нужно никакого. Добре, а якщо, наприклад, $100 вкласти, так для початку, скільки можна через рік заробити? Вот как раз об этом нужно понимать, в какие монеты вкладывать и какая у вас стратегия, потому что это очень важно. Ведь вы понимаете, вопрос в том, что люди сегодня слышат крипторынок, сами заходят туда в целях, скажем так, заработать большие деньги. Но по факту они их в основном теряют, потому что не понимают этой волатильности. Трейдингом, как таковым, вот еще один такой небольшой совет, новичку заниматься не стоит. Почему? Потому что трейдинг... Можете пояснить, что такое трейдинг? Трейдинг? Трейдинг это такое же самое, ну, образно спекуляция, купи-продай. Все занимаются трейдингом. На фондовом рынке такой же самый трейдинг, на акциях такой же самый трейдинг, валюта. То есть купил, продал, это и есть трейдинг. Вот, поэтому каждый должен заниматься своим делом. Дело в том, что в трейдинге 80% это психология и только 20% знаний. И даже от того, что если вы купите курсы там, за 500 или 1000 долларов по трейдингу, это не значит то, что вы станете миллионером. Вот, потому что у человека разная психология. Вот, поэтому вот, трейдинг это для избранных, я бы так это назвал. Я сам занимался трейдингом в 2016, 2017, 2018 годах. И с 2018 года я перестал заниматься трейдингом, потому что я много там терял. Соответственно, у меня немножко другая психология, вот, и стратегия. Поэтому трейдингом должны заниматься профессионалы. Лучше пусть это профессионалы работают, а мы будем инвестировать, как говорится, в долгую. Як ви радите, якщо, наприклад, я азартна людина, надзвичайно азартна, чи варто мені займатися трейдингом? Я бы вам порекомендовал, если вы азартный человек и хотите этим заниматься, пройти курсы. У нас есть примеры, кстати, очень хорошие примеры. В нашем есть сообществе, комьюнити, есть женщины, девушки, которые работают, вернее, которые занимаются трейдингом. Им это нравится. И они действительно получают этого результат. Но лучше тогда действительно потратить это на обучение, пройти определенные курсы, и вы будете понимать, как работает рынок. Вы будете понимать, как немножко технический анализ Фибоначчи, там, свечи и так далее. И вы более уже осознанно будете на этом рынке работать. Поэтому, если вы это хотите, то только через обучение. Мы же сами с вами прекрасно понимаем, мы в школе учимся, в институте учимся, каждый из нас получает какую-то определенную профессию. И, соответственно, без определенных базовых знаний на этом рынке трейдингом заниматься, ну, очень рискованно. Скажите, пожалуйста, дуже багато в Инстаграме и социальных мережах есть блогеров, які за 10 дней можуть навчити криптовалюте. Да. Чи варто їм довіряти? Чи це інфо-циган? Вы знаете, вот как раз этот, то, что мне не нравится, то, что происходит в интернете и в Инстаграме, в Ютубе, какие-то непонятные криптоблогеры показывают большие деньги на столе, вот, и обещают вам там, за 10 дней сделать миллионером, либо там, заработать десятки тысяч долларов. По факту это все действительно инфо-цыгане. Почему? Потому что они вот только заточены на то, чтобы продать какое-то непонятное вам обучение и, скажем так, порекомендовать какие-то монеты, которые, по их мнению, работают. Но по факту они не сработают. Вот, поэтому вот, если вы слышите о каких-то высоких доходах, высоких заработках вот этих всех инфо-цыган, не рекомендую с ними связываться. Почему? Потому что быстрых денег не бывает. Вот, есть уже определенные знания, опыт, результат, и, скажем так, вот моя стратегия, да, это тише едешь, дальше будешь. То есть долгосрочное либо среднесрочное инвестирование принесет намного больше результат, чем вот этот вот высокие риски в быстрых деньгах. Поэтому с такими блогерами лучше не связываться, потому что сами должны понимать, что быстрых денег, ну, не бывает. Я би сказала амінь. Навіть в такій ситуації справді треба працювати, треба вчитися. Легких грошей справді немає. Дякую вам, що сьогодні до нас завітали.
Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Євген Василенко, фінансовий консультант та криптоінвестор. Говорили про те, як обрати надійну криптобіржу, безпечно увійти на ринок та розпочати самостійний трейдинг. З вами була Анна Гребенчук. Дякую за увагу. Благодарю.